мальчишки, девчонки, а также их родителей. Канал «Рыболовное приключение». Пару дней были у нас морозы, собрался ехать на рыбалку, но беда пришла, откуда ее не ждали. Просквозило меня где-то, наверное, когда вот этот вот тестировал бур барнаульский. И с утра уже были планы, выезжаем на водохранилище Селец. Это самое большое у нас в Брестской области водохранилище. Как бы лед сантиметров 10, отлично, думаю, и бур испытаю. И друзья сказали, будем ловить на такую мормышку под названием «Ведьма». Никогда я на нее не ловил. Вот, ловил на обычной мормышке. Да и то у меня стажа зимней рыбалки, наверное, выходов 6-7, не больше. Ну, было очень интересно попробовать половить на эту ведьму. Не использовал ее никогда, даже не знаю, как ее привязывать, вот. И планы мои болезнь обломала. Поднялась у меня 38 температура, вот, горло, кашель, короче, нос заложен, хана. Рыбалочка моя пошла тан-тараран, никуда я, конечно, в таком состоянии поехать не мог. Вот, ну а товарищи сгоняли, отловились отлично, вот. Я попросил, чтобы сняли там пару роликов небольших. Они там сняли, скинули мне. Вот хотел бы вам показать, что можно поймать на мормышку под названием «Ведьма». Многие, я думаю, на нее ловили, знают, что это такое. Но кто не знает, я думаю, для них это видео будет интересным. Так что небольшой ролик. И плюс выложу, наверное, пару фотографий, как выглядит эта ведьма, которой они ловили. Потому что на видео ее не видно, а фото, на которую они ловили ведьму, есть. Так что давайте смотреть. Привет. Рыболовные приключения. Приехали мы на озеро Селец. Рыбаков хватает. Закормились по 6 лунок по кругу. Подлещик берет немножко у ребят. Мы приехали в другое место. Были там окунь мелкий, клевал. Сейчас вот будем пробовать здесь. Только закормил я вот 6 лунок. Пока на мормышке. Сергей вон сидит, ловит на ведьму. Поймал одного подлещика. Вот. Ну, в конце уже скинем улов к концу дня. Будем пробовать. Лунки подмерзают. Морозик минус 8. Пробуем ловить леща. Вот по кругу хожу по лункам. Закормил 6 лунок. Пытаюсь что-то споймать. Радует, что глубина такая 2 метра. Но не надо шморлить. Есть. Давай еще одну. Ты хочешь, чтобы на заказ было? Да. Выше поклевок нет. О, я сам увидел. Видишь, в обед расклевалась. Ну, на прикормку подошел.
может, съел уже. Ладно, пойду я тоже к себе. Вот, Сережка поймал подлещика. Такого вот небольшого. На ведьму. Хороший, но о, почти лещ уже. Это вам не кухры-мухры, не мормышка какая-нибудь подзаборная. Вот, я даже и не знал, блин. Я собирался, накупил обычных мормышек, думал, поеду сейчас, сниму видос. А тут на тебе, оказывается, надо ведьму брать. Так что, кто на нее ловил, пишем комментарии, рассказываем. Ребята отлично по подлещику, по плотве отловились на эту ведьму. Вот, фото, я думаю, вы видели. Я там монтировал ролик, как и что, и с чем она, и с чем ее едят, как она выглядит. Я же, как только выздоровлю, как только у нас обратно станет лед, потому что на улице плюс 5, и все нахрен растаяло. Ну, зима только начинается, я думаю, морозы ударят, и я выйду обязательно на рыбалочку, именно с этой ведьмой, и сниму, покажу вам, что да как. Возьму с собой подводную видеокамеру, опустим ее под воду, и будем смотреть, как там ведьма себя ведет. Ладно, друзья, все, что-то я, блин, смотрю, опять у меня пошел жар, поднимается температура. Пойду излечиться, напьюсь таблеток. И думаю, через денька 3-4, если станет лед, мы с вами выйдем. Ну а если нет, ребята, тогда будем что-нибудь кухарить. Других вариантов я пока не вижу. Зима, конечно, начало ужасное. Дали морозы, стал лед. Через 3 дня все растаяло, заболел. Но канал «Рыболовные приключения» не боится трудностей. Неприятности это мы переживем. И все у нас будет хорошо. Подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик, ставим лайк. Пока-пока. Пока.